Ребята, мы в Дагестане. Привет, Дагестан. Привет, любимый Дагестан. Сегодня в этом выпуске погрузимся в эту республику, а точнее поговорим, опасен ли Дагестан и чего нужно опасаться, находясь в Дагестане. Ну и, конечно же, какие правила нужно соблюдать в Дагестане, чтобы не испортить себе отпуск. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали! По Дагестану, точнее по его горной части, мы путешествовали на машине и с тремя детьми. Мы считаем, что именно там настоящий Дагестан с его культурой и историей. А чтобы еще глубже проникнуться, мы не снимали там жилье, а останавливались с красивыми видами и ночевали в нашей любимой машине. Кстати, мы наконец-то выпустили свой авторский гайд по горному Дагестану, но про него расскажу чуть позже, поэтому досматривай видео до конца. Итак, Дагестан. Дагестан в переводе с тюркского означает «страна гор». Горы – главное богатство Дагестана. Местное население добродушно и гостеприимно. Немногие знают, но национальностей дагестанец не существует. Это общее значение жителей республики, где проживает множество разных народов. 14 языков официально считаются государственными, но их гораздо больше. Это самый многонациональный регион России. Ну и, конечно, хочется сказать о том, что люди в горном Дагестане потрясающие. Когда я работал еще в ресторане, со мной работал Шамиль. До сих пор общаемся, и в Дагестане мы очень хотели встретиться в его доме. Надеюсь, у нас это сделать получится. И именно он в далеком 2010 году, он мне рассказал, что в Дагестане огромное количество национальностей. Шамиль, тебе огромный привет, если смотришь. Столица Дагестана – Махачкала, но до нее мы не доехали, только до Дербента. Дагестан расположен к северу от Большого Кавказа, основного хребта Кавказских гор. Самая высокая гора Дагестана – Базар-Дюзюм, 4466 метров. Она находится на юге, у кордона с Азербайджаном. Его восточные пределы омывает Каспийское море. Протяженность береговой линии республики – 530 километров. Но на Каспийское море мы посмотрели только через окно. Единственное, что мы успели посмотреть в Дербенте, это вид на море из нашей съемной квартиры. Исторически вероисповедание жителей Дагестана в основном зависит от их этнической принадлежности. Подавляющее большинство верующих среди нахса-дагестанских и тюркских народов региона – это мусульмане. Поэтому, находясь в этом регионе, необходимо соблюдать традиции и обычаи, и веру местных жителей, и стараться выглядеть и вести себя подобающе. Сложнее всего, конечно, соблюдать местный дресс-код туристам, особенно в летний период времени, ведь там горы и жара. Но можно открыть для себя новый стиль. Постарайтесь не одевать открытую и вызывающую одежду у местных так не принято. Мы даже слышали такое, что в некоторых горных селах, если ты придешь туда в шортах, то тебе предложат штаны, думая о том, то, что у тебя нет денег на штаны. Девушкам лучше носить длинные юбки или платья, можно и легкие брюки, не шорты. Колени должны быть прикрыты, закрытые плечи, легкие кофточки с длинными рукавами или хотя бы футболки, не майки. Мужчинам лучше одевать шорты ниже колен и футболки, не майки. Кстати, я в таких шортах там и гонял. В целом, в туристических местах люди остаются спокойны к внешности туристов, но лучше быть вежливым. А в некоторых местах Дагестана есть даже такие вывески, которые напоминают о том, что желательно бы соблюдать местный дресс-код и обычаи Дагестана. Еще в горных селах и городах Дагестана не продают алкоголь. Мы приехали в село Гунип. Лишь в Гунибе продавалось пиво. И, честно говоря, выглядело некрасиво, когда одна туристка купила и прямо на центральной площади распивала. Думаю, если бы это был мужчина, то и к нему явно бы подошли и сделали замечание. Местные жители здесь очень открыты и очень рады гостям. Так, например, заблудившись в одном горном селе, нам помогли дети найти дорогу. Мальчишки вот эти спереди едут, я у них спросил, знаете, не знаете, они говорят, да, типа мы как раз туда едем, поехали. На водопаде Тобот познакомились с пастухом, который уделил время рассказами не только нам, но и нашим детям, позволил поиграть с его козами. Перетягивание каната. Коза или пацаны? Сильно, вы не резко не дергайте, потихоньку тяните. Вот и сразу беленькая бежит, видишь? Если вы опасаетесь местных жителей, то не стоит. Здесь вам точно рады. При условии, что вы здравый человек, уважаете местных жителей, уважаете местную культуру и соблюдаете правила чужого дома. В Дагестане есть опасности.
и связаны они с природой. Как говорил выше, все-таки Дагестан – это страна гор. Здесь нет никаких заборчиков, куча мест, куда лезут туристы, пытаясь сделать фоточку или видео. Но все это очень и очень опасно. Горы ошибок не прощают. Дороги в горной части Дагестана красивые, даже очень, но нужно помнить, от камнепада никто не застрахован. Вот это по-настоящему опасно. И мы снова остановились, чтобы показать эту красоту и ей насладиться. Посмотрите, машина, и посмотрите, какой огромнейший камень сошел сверху. Вон там еще лежат два камня. Они отваливаются откуда-то вот с этих вот высот. Также нужно опасаться плохой погоды. Например, тот пастух из Топота нам рассказал, как в сильный туман семья, пытаясь припарковаться, упала в пропасть. Смерть. Высота серьезная. Выжить нет шансов. Также нужно помнить, что на плато бывает сильный ветер и корка льда. Также летальный случай с этого места, когда опытный гид упал и его в прямом случае сдуло в пропасть. Помните всегда об этом, когда вы путешествуете, особенно в горах. Всегда мониторьте погоду. Вот, например, случай с теснины. Так, вот с такой таблички. Кузнецов Илья Геннадьевич. Погиб здесь 23 августа 2021 года, спасая детей и женщин из селевого потока. За отвагу вынагражден медалью за спасение погибших посмертно. Да, горы делал такое. Так что, подводя итог, можно сказать следующее. Дагестан – прекрасное место для путешествия. И ваше путешествие будет максимально крутое, если будете соблюдать правила и уважение к этой республике и к ее жителям. Ну а с нашим авторским гайдом по горному Дагестану ваше путешествие будет максимально комфортное и удобное. Ведь вы позаботились абсолютно обо всем. Вам даже не нужно будет вставлять в навигатор какие-либо локации. Вам достаточно будет просто нажать одну кнопку, и весь маршрут у вас уже на карте. Осталось только поехать. Этот гайд – это самый лучший гайд, который мы когда-либо делали. Кто у нас приобретал гайды и купит этот гайд, обязательно поймет, о чем мы. Мы настолько заморочились, чтобы ваше путешествие по горному Дагестану с нашим гайдом было настолько легкое, настолько в удовольствие, словно мы взяли вас за руку и вместе с вами начали путешествовать, а вы просто идете за нами, а мы вам все показываем. Вот это будет так с нашим гайдом. Ценность космическая, а цена всего лишь 490 рублей. Ссылку я там оставил. Пока. Путешествуйте.